Так, это у нас сегодня, не верь глазам своим, 18 апреля, 17 год, Харьков. Разве не красота? Смотри, вообще, вообще все под снегом, абрикосы в снегу. Видишь? Осторожно. Да вообще, ну разве это не красотища? Не, ну какой же это ад, воду жарко, а здесь явно нулевая. По-моему, всем абрикосам хана. Это ж ты представляешь, их же опылять должны какие-нибудь насекомые. Ты, блядь, настолько, я такой шокированный. Как в апреле? В апреле! 18 апреля, ты представляешь? 16:04. Вообще. Вон тюльпаны, да? Тюльпаны в снегу. А, вон. Ну да, вон цветочки, смотри. Так одуванчики 6 апреля уже были. Одуванчики там стоят, да, дуплиться не могут. Что случилось? Что произошло вообще? Где мы? Кто нас пересадил? Знаешь, они, видимо, перепутали месяца как будто. Да это просто аномальный год. Наверное, что-то с 17-м годом нету. 100 лет назад сынуля. О, красота! В 1917 году была аномалия социальная, 100 лет назад. Даже социалистическая, я бы сказал, аномалия. О, уже на камеру попал снег. 100 лет назад, в 1917 году. А сейчас аномалия 30 марта. Я попал в 11 часов ночи под ливень с грозой в марте, 30 марта. С грозой, там со всеми делами. Что, сейчас? А теперь 6 апреля. Там было, что бывает, еще такие дождь со снегом. Дождь со снегом. Ну, вот это он и есть. Да намочил, конечно. 6 апреля уже одуванчики были. 30 марта попал под ливень с грозой. 6 апреля уже первые одуванчики заметил, расцвелись, распустились. И вот теперь такая красотень. А он пройдет и приведет за собой апрель. Кто-то решил снег из ведра посыпать. Да. На самолете такой прилетает. И сыпет.